Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте. Ситуация сугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает благо глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это в стенах ООН, созданный для предотвращения ужасов войны.